О, е, привет всем. Грасиас. Я сейчас нахожусь в районе Каргаджак. Нашел трехкомнатную виллу недалеко от моря. 1600 метров максимум. Прикольно. Си, но пале. Я пришел. Он тоже пришел. Андрей. Привет. Пришли рассматривать виллу. И за одного увидеть мачо. Он всегда с вами. Дорогие зрители. Снова скажу gracias, что смотрите мой ролик. Отсюда вид на море. Да. Да, Андрей? И на нас согласен. Ага. Шляпу сними. Горы. Тут Покажи, там, да. там пока этот влажность высокая из этой Как горной. называется этот комплекс? Где? Это Голд Сити. Голд Сити. Вид на горы. Опять звонок. Я усталость. Не звоните. Я отключил бы его, потом посмотрим. Ха. Вилла с собственным бассейном и собственным гаражом. Да. Двухуровневая. Мы снимаем с террасы. Тут, заранее скажу, требуется капитальный ремонт. Это терраса. Мистер Андрей. Мистер Андрей. Спасибо. Gracias. Это кухня-гостиная, насколько я понимаю. Да. Но по моим меркам она небольшая. Здесь чистая, полностью где-то 100 квадратных метров, 2 плюс 1. Ну, а здесь сколько? Метров на 20? 27, 26. Видите, где-то там плесень есть. Не плесень, что там? Ну, что-то протекло. Ну, протекло, потому что здесь силиконом не намазали. Вот, здесь нужно сверху намазать и силикон обновить. Сделай гидроизоляцию. Ага, позвонили, ответил. Да, полностью надо мебель тоже поменять, уже отошло вот. Да, желательно. Желательно. Полный ремонт, вот там тоже главное, протекло. Да, вот видите, это от того, что здесь силиконом не намазали вовремя. Кто-то видит, и снаружи, и снутри. Нужно отремонтировать полностью. Где-то вложится 1500 евро полностью, капитальный ремонт. Я думаю, больше. 30 тысяч. 20 тысяч лир где-то обойдется. 20 тысяч лир? Давай квартиру за 6 тысяч лир полностью не покрасили, что ли? Я еще доплачивал. Ну, там еще что-то делал. Ну, у тебя 4 плюс 1, это 2 плюс 1. Здесь все успею. Понятно? Нет, понятно, что она будет. А я уже знаю. Мастера, наши мастера все сделают. По хорошей цене. Можно все, что... Сюда устанавливаете телевизор. Плюс... Сторона здесь. Юго-западная. Юго-западная, да. Плюсом, наверное, можно отнести то, что здесь тихо. Тихо, свой да. гараж есть, свой бассейн да. есть. Ну, цена бассейн. Вообще такая, я не ну, скажу, потом скажу. Разумная, да. И очень крутая лестница. Здесь можно сделать... Спускаться надо только в трезвом состоянии. Ага. Иначе можно быть... Да, упасть тут, можно. Тут уже и похоронить. Да. А, gracias. Так. Это санузел. Это санузел. Форточка есть, есть. Тут тоже ремонт. Размер санузла нормальный, но надо делать тоже ремонт, да. Тут спальня. Где-то 14 квадратных метров как минимум. 15-16, может быть, между и ними. Маленькая кладовка. Да, и маленькая кладовка сбоку. Туда можно складывать незваных гостей и все, что... Еще нужно. Сейф есть. Сейф тоже не забыли поставить, видишь? Даже сейф есть? Да. О, супер. Супер. Так. А может там наверх, может там деньги разобрать? Да не, не будет там. Не будет? Не, и было бы и давно забыл. Так, здесь второй санузел. Тоже окно оставили открытым. Тоже не маленький, нормальный. Тоже требует ремонт. Также выход отсюда к бассейну. Сейчас зайдем в другую комнату. Это вторая спальня. Здесь сколько квадратных метров? Ну, здесь наверное, тоже 13-14. А, да. Здесь выход сразу на улицу. Извиняюсь, звонят.
Так. Здесь еще одна кладовка под лестницей. Ну и еще один выход наверх. Лестница с улицы. Да, отсюда можете спуститься вниз. Можете не пользоваться той лестницей, можете спуститься по этой, чтобы не упасть. И бассейн. Здесь надо тоже ремонт. Здесь можно пройти, я так понимаю, маленький газончик. Да. Здесь земельный участок где-то 125 квадратных метров. Весь участок. О, я себе, тот счастливому будущему владельцу даже осталась мотыга. Да. То есть есть чем приложить руки. Кому-то зубы вытащить. И зубы вытащить. И вот еще. Граля. О, так, можете посадить сюда деревья, цветы. Но солнце сюда не попадает, кажется. Да, тут солнце не попадает. Да. Жаль. Тут что-то тенелюбивое. Наверное. Да, тенелюбивое. Типа травы. Теперь ты пойдем жезлом вниз. Покажем. Бассейн не показал. Бассейн показал. Показал? Да. Осталось вот. Так, отсюда видно горы. Покажем лесенки. Тут ступенек много. Да, это общественная лестница. Да. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 13 лесенок. Раз. Ступенечки. 16 ступенек. Вот это ваш сосед. Уже сделал ремонт. Полностью обставил. Даже закрыл верхнюю часть. Да. Ага, видишь, как красиво стало. А тут он даже спальню сделал. Да, нижняя часть это спальня. Наверху гостиная, совмещенная с кухней. И вот уже налитый бассейн. И вот налитый бассейн. Вот вторая, кстати, спальня тоже видно. Вот. И здесь еще ступеньки. А также здесь ступеньки. И с левой стороны у нас гараж. Один из гаражей этой квартиры, этой виллы. Вот. Так что... Эти деньги и приезжайте. Дорогие зрители, и цена этой квартиры 113 500 евро. Звоните, пишите по номеру плюс 90 555 064 91 10. Спасибо, что досмотрели до конца. Заново скажу, gracias. Что там си, но, бале, да, нет, хорошо. Испанский учу уже. Что делать? Надо на испанском. Надо осваивать. Да, на испанский рынок выходить пора. Мало осталось. Расстояние до моря 1600 метров до воды. Отсюда туда. Здесь еще спуск есть, покажу вам, чтобы потом... Крутой спуск. Чтобы потом не плакали. Почему-то спуск не показал. Все показываю. Отсюда вниз, вот... Вот видите, асфальт. Оттуда этот прямой асфальт идет к морю. О, увидели, увидели. Все. От мачо всем чао-чао.